Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Каждую среду в полдень на Радио Болтком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. И бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Исключено. Да, это невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулисы, то, что там происходит, такое, боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. На концерты и в оперу, потому что у нас сегодня в гостях сопрано, ведущая солистка Латвийского театра оперы и балета Татьяна Треногина. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с Татьяной вместе учились в Московской консерватории, тем радостнее наконец-то встретиться в эфире, потому что много раз пытались, и каждый раз то спектакль, то репетиции выловить солистов театра, это очень сложно, потому что если нет премьеры, если нет спектакля, то все равно всегда репетиции. И я очень рада, что наконец-то удалось встретиться, тем более, что... Возьмем небольшую паузу в нашей передаче «Культурная среда», и до сентября будут летние каникулы. И я рада, что как раз мы успели с Татьяной попасть в последний вагон и провести эту передачу. Татьяна, какие предстоят премьеры и спектакли в ближайшее время, куда можно было вот сегодня пригласить слушателей? Ну, сегодня я могу пригласить еще на два спектакля моих «Симон Боканегра», которые будут проходить завтра, 16 июня, и еще 19 июня в рамках оперного фестиваля в нашем театре «Симон Боканегра» в Верди. «Симон Боканегра», какая у тебя там партия? Партия Амелии Гримальди. Красиво. Но вообще Верди, неважно, знаете вы эту оперу или не знаете, всегда стоит это слушать, потому что это в первую очередь прекрасная музыка. А вот насколько прекрасная постановка? Люди удивятся или это достаточно классическая? Ну, я бы сказала, что она неоклассическая. Там как-то переплетается немножко современность и даже и в костюмах, и в постановке. И, ну, поскольку как разные правящие партии, потому что опера политическая, и разные костюмы. Когда сменяется, тогда по-другому выглядят персонажи. Это интересно. Твоя первая опера «Симон Боканегра» или ты пела до этого раньше? Нет, это первая опера. Какие ты еще поешь партии в Верди? Наверное, это вообще самые лучшие. Аида, конечно. Аида, да. Я в марте спела премьеру возобновления очень известной в Латвии постановки Блумберга. Сценография Блумберга в Аиде. Вот. И вот 9 июня у нас еще был спектакль, первый спектакль в оперном фестивале тоже. Будет еще Аида? Вот, в следующем сезоне будет. А, в следующем сезоне. В этом сезоне уже закончили. Да. А где тебя можно услышать еще в этом сезоне? Или сейчас уже каникулы тоже будут? Вот это сейчас заканчивается, ну, еще неделя будет идти фестиваль. И потом уже будет отпуск. У всех долгожданный отпуск. Ну, такой, да, если бы мы немножко раньше встретились, я бы пригласила на очень много спектаклей. Да, у меня помню, за три недели 6 спектаклей и 4 разных оперы. Ого, а как это возможно исполнять? Честно говоря, я не знала, как это будет возможно исполнить. 26 мая «Пиковая дама», 29 мая «Дон Жуан», да. 1 июня «Симон Боканегра», 9 июня «Аида», и сейчас опять 16-19 да. «Симон Боканегра». Но сейчас уже такая музыка Верди уже она вошла да. вот в какую-то такую колею, поэтому... Ну, перестраиваться надо. Оперный клавир – это огромный том, да, это как там большая энциклопедия. Но, тем не менее, партии все равно делятся, да, то есть и на солистов, и хор, и оркестр. А все-таки какая самая большая партия, вот именно сопрано, вот из тех 4 опер, которые ты перечислила, где больше всего текста нужно выучить музыкального? «Аида». «Аида» самая большая, да. Да. А вот... Как с языками? Ведь каждая опера поется на языке оригинала, и певцы всегда
помимо того, что они учат иностранный язык, у них всегда еще есть и немецкий, и английский, и итальянский, чтобы уметь петь. Как у тебя с языками? Ну, я говорю по-английски, по-французски, по-итальянски. Немножко по-латышски я уже, да. Да, уже могу общаться и все, да. И понимаю режиссеров и дирижеров. Вот. И в принципе, для того, чтобы петь, на, скажем, по-немецки, я по-немецки не говорю, угу. Нужно знать хорошо произношение и перевод каждого слова. И тогда не обязательно, да. Говорить. Да, ну, багаж шикарный, да. А немецкие оперы какие-то пела? Ну, нет, не приходилось. Нет. Вагнер еще прошел мимо, да? А, нет, забыла, пела. Я в прошлом году на фестивале в Цессисе давали валькирию. Вот как раз вот. Я и подумала, да, что... Да, я там пела одну из валькирий. Да, да, прекрасно. Ну, кстати, латышский тоже очень нужен, ведь наверняка в будущем будут оперы, ставят же латышских композиторов. Да, каждый год ставят оперы, и очень красивые. Да. Да, «Спелую данцию» будет в следующем сезоне возобновление. Ты будешь петь тоже, да? Нет, я не буду петь, там уже есть солисты, но там очень красивая музыка, мне очень понравилась, и очень понравилась постановка. Да, здорово. А есть какая-то любимая партия? Вот даже из тех, что перечислила, или из тех, что еще не перечислила? Да? Ну, теперь уже на данный момент это место заняла Аида. Аида все-таки, да? Да. Это просто потрясающая партия с вокальными трудностями. Когда их преодолеваешь, это просто какое-то невероятное ощущение. И прекрасная музыка, и сама тема – это любовь, и этот конфликт в себе, как проживать – это прекрасно. Что такое вокальные трудности? Вот можешь объяснить для наших слушателей? Потому что они в каждом инструменте, а уж тем более в человеческом голосе, всегда уникальны. Ну, вокальные трудности. У нас, в принципе, наши певцы очень всегда любят петь, ну, все в мире, я имею в виду, громко. Да. Ну, озвучить оперный театр. Да, но озвучить оперный театр в пьяно – это возможно тоже, если это правильно. А правильно научиться петь пиано – это долго надо учиться. Это достаточно сложная задача. Вот. Ну, еще, наверное, это взятие высоких нот, которых все так боятся. Да, и высокие ноты на пиано. На пиано. А какая у тебя в диапазоне самая высокая нота? Ну, свободно, наверное, ре. Угу. Да, но мне больше выше до, в принципе, в моем репертуаре не нужно. Да, если у тебя лирико-колоратурная. Нет, у меня лирико-драматическая. Лирико-драматическая, да. То есть ария «Царицы ночи» – это другое? Это колоратурная. Это колоратурная. Да, это как раз. Даже никогда не было, даже когда я начинала. А вот для наших слушателей, петь. Например, если взять русскую музыку, это, наверное, партия Татьяны, да? То есть да, это моя Татьяна, моя любимая Татьяна. Я родилась, чтобы петь Татьяну. Да. А здесь уже удавалось петь или еще нет? Ставили Онегина? Здесь вот с того времени, как я пришла, Онегина не было. Как раз давали еще один спектакль буквально, я его послушала из зала. И потом уже место заняла «Пиковая дама». Да, ну, с где, Лизой, в общем-то, я, Лизой, да, в общем, да. Где-то ну, я и пою. Расскажем немного нашим слушателям о твоей биографии, потому что мы как бы уже говорим. Для меня все так естественно, да, Татьяна родилась в Симферополе и начинала учиться на каком инструменте, кстати, ведь не сразу? Да, я в музыкальной школе играла на фортепиано. Угу, закончила как пианистка, да? Закончила как пианистка. А затем в колледж? И потом в музыкальный колледж я уже поступала на вокальное отделение. Также в Симферополе? Да. Да. Угу. Причем такой случай решил мою судьбу, что ну, я почему-то была не уверена как-то в своих силах, но хотела во что бы то ни стало петь. И готовилась на хоровое дирижирование. Как многие, да. И потом они, конечно, там почти все... Я говорю, погибают, потому что, конечно, очень трудно уже от хора отойти и стать солистом полноценным. Да, угу. Это... И, во-первых, потому что ты всегда прижимаешь себя, и уже индивидуально раскрыться сложнее. Ну, не на хоре, потому что поешь. Да.
слушаешь других, как-то и постепенно можно потерять уже свой индивидуальный тембр, который так важен для солиста, солиста или оперного солиста. Певца, да. И как ты решилась поступать в Московскую консерваторию из Симферополя? Ну, как-то для нас это было совершенно нормально, потому что мы, у нас трое детей в семье, и я самая младшая, и мои брат и сестра, они уже учились в Москве. Тоже в консерватории? Или они, нет, нет, у нас, у меня, с моей стороны, в семье вообще музыкантов не было. Да. Мама у меня учитель математики, папа летчик, брат инженер, и сестра учитель начальных классов. Кто же тебя отвел в музыкальную школу? Мама. Она хотела, чтобы девочка... Получала Не, ну моя сестра тоже училась в музыкальной школе. Просто девочка в семье должна получать культурное образование. Для нее было вот это, это была цель ее. А с моей стороны было просто, когда только научилась говорить, я сразу начала петь, не отходила от инструмента, просто слушала, просто на него смотрела, подбирала какие-то песни. То есть для меня это была сразу уже страсть. Ну, кстати, поступить в Московскую консерваторию – это безумно трудно, особенно на вокальный факультет. То есть там каждый факультет – это огромный конкурс. Ну, а вокальный, там обычно, говорят, 150 человек поступают, да? Ну, не 150, 600 человек на 15, минут, на 15 мест было. 600 человек. В тот год было 600. Да, 600. Да. И как? Что, это ведь не только получается, нужно прекрасно спеть, но еще, наверное, во всех других дисциплинах получить высшие баллы, чтобы поступить. Ну да, да. Да. То есть у тебя прекрасная сольфеджио, прекрасная фортепиано. Ну, поскольку я сначала готовилась на дирижерско-хоровой факультет еще в училище, то я уже подготовилась больше, чем обычно у нас певцы. Да, то есть часто, конечно, все певцы считают, что если они прекрасно поет, то все остальное абсолютно не важно. И я, кстати, помню, когда я поступала в колледж в Оренбурге, то у нас многие срезались, лауреаты конкурсов срезались именно на сольфеджио, теории музыки, а ты была подкована, и как раз это помогло. Ну, 600 мест, это же 600 человек на... Да, да, это... даже, можно гордиться. Даже... Ты можешь посчитать, да, как дочь математика, ты можешь посчитать, да, сколько человек на место. Ну и как потом училась? Потому что бывает такое, что поступил в консерваторию, и такая эйфория, и уже немножечко расслабляешься. Как у тебя было обучение? Ну, не знаю, не могу сказать, что как-то так сразу расслабилась. Во-первых, я сначала еще училась на подготовительном отделении, поскольку из-за возраста не принимают на первый курс раньше. А в каком 19, возрасте? Раньше 19 лет не принимают на первый курс. А ты прям рано так поступала, да? А я, да, поступала, мне еще, да, 18 было, поэтому сначала на подготовительный факультет. Но мне очень повезло, я попала к Галине Алексеевне Писаренко. Вот, одна из самых лучших профессоров нашей Московской консерватории. И с ней было учиться, ну, просто удовольствие. Она дает не только вокальную культуру, но культуру, как вести себя на сцене. Как вы вести себя во время поклона, выхода, ухода со сцены, на фуршете после оперы, как мама. Ну, как здорово. Да, и очень ценные советы давала, вот как на уроках, так и просто в жизни. И дает, и продолжает. То есть мы с ней общаемся. Поддерживать отношения. Мы поддерживаем. Я всегда ей звоню, рассказываю о всех своих успехах. И она очень счастлива это слышать. Это ее очень поддерживает тоже. Она уже в возрасте. Да. То есть фактически ты 6 лет училась у нее, да? 7. Даже 7. Даже 7, да. Почему 7? То есть 2 года подготовки. Два подготовки. Мы с Татьяной, сегодняшние наши гости, ведущая солистка Латвийского оперного театра, Латвийского, Татьяна Треногина, учились вместе в Московской консерватории и даже жили вместе в общежитии. Я помню. И меня всегда удивляли певцы, как они пробовали свой голос. У нас очень длинное здание было, 2 пятиэтажных дома вместе, притом каждое здание очень длинное. И вот как они, стоя в одном конце коридора, пробовали голос, слышно ли его в конце другого. Да, это было всегда очень... И, конечно, это было интересно в душе, потому что душ у нас был, ну, вообще женский, вообще мужской, его тоже всегда певцы пели. Я не пела. Нет, да, мне всегда интересно. А вот ты пела? Нет. Я предпочитала заниматься в классах. В репетитории, да, потому что часто вот потом, когда я спрашивала у певцов, говорю, зачем вы так делаете? Они говорят...
а мы боимся, вдруг мы потеряли голос, есть ли он весь? Вот... Да нет, это может быть, это тоже нужно, чтобы меня услышали. Да-да-да, то есть это всегда. Так же, как у нас в общежитии корейцы, да, чтобы мы всех слышали их ароматы, да, потому что они жарили селедку. О, вот помню, да. Помню. Селедку в общежитии, в общей кухне, да, и вот всегда. Но видите, у нас гости сегодняшние уникальны, голос она не пробует. Да, после консерватории, значит, куда ты поехала? Я еще на последнем курсе консерватории, как раз весной, мне предложили поехать в Брюссель спеть в Борисе Годунове «Ксению». Mm. И приехав туда, я на второй день сразу встретила своего мужа будущего. Он через 2 дня нашего знакомства мне предложил выйти за него замуж. Я, фантастика. Да, через 2 недели сказала «да». Да. И я согласна, да, и мы уже 16 лет вместе. И мы, да, вот, и поэтому я потом вернулась, закончила консерваторию и сразу уехала в Брюссель. Петь в Брюсселе, да. И сразу стали предлагать партии. Ну да, у меня тогда был агент, и потом еще у меня были в Лямоне партии и Принц в Золушке, партия Масне. Только. Да. И монахиня, молодая монахиня в «Огненном ангеле». Это Прокофьев. Вот это, да? Прокофьев, да. Потом я ездила тоже во Францию, у меня был там Дон Джованни, пела Донну Анну. Вот, ну, в общем, потихонечку и конкурсы. Обрастала. О конкурсах сейчас будем говорить после рекламы, после небольшой рекламной паузы. Дорогие друзья, у нас в гостях ведущая солистка Латвийского оперного театра Татьяна Треногина. Не отключайтесь, будем говорить дальше об опере и классической музыке. С вами «Культурная среда» и Елена Привалова. Радио Болтком. Радио Болтком. И мы продолжаем нашу культурную среду и говорим об оперной музыке. Подготовить органное сочинение иногда требуется, например, полгода. Какое-нибудь страшно сложное. Например, сонату Кушнарёва я учила несколько месяцев, и только понимаю, что когда я ее уже сыграла много раз, она действительно у меня в репертуаре. А вот сколько времени уходит, чтобы подготовить оперную партию? Вот, например, я понимаю, что Татьяна – это одна партия, Лиза все-таки немножко поменьше. Ну вот Аида, да, твоя любимая Аида, которую сейчас ты поешь в оперном театре. Сколько времени уходит?
Ну, это такой сложный вопрос. Иногда нужно быстро выучить. Например, в прошлом году «Мадам Баттерфляй» я выучила где-то за полтора месяца. Ну, не зубрила, а приходила с концертмейстером и учила просто партию. Это, в принципе, довольно-таки быстро. Вот. А «Аиду» я учила этапами, потому что еще до пандемии планировалась «Аида». Я тогда начала. Потом всех закрыли, отложила, какие-то другие партии выучила. Потом опять взяла, немножко отложилась. То есть, в принципе, можно сказать, что 2 года, но полностью 2 года я ею не занималась. Да. Но получается, что легче учиться с концертмейстером, да? Или все равно учишь дома, занимаясь? Все равно дома занимаюсь. У меня какая-то определенная есть система тоже, что я лично я делаю. Вот. Но с концертмейстером, конечно, удобно, потому что концертмейстер поет, ну, не поет, во всяком случае, маркирует партии партнеров. Поэтому оркестр, ты уже знаешь, и какие-то дает лейтмотивы или какие-то выделяет мелодии в музыке, которые помогают где-то вступить, потому что ты знаешь, что вот эта музыка звучит, и сейчас, вот, не считая, можно сразу. Да, просто живя в музыке, да. Да, да. А концертмейстер предоставляется оперным театром или это нужно самой оплачивать? Ну, к счастью, в нашем театре как раз это предоставляется. То есть это работа концертмейстеров, выучить с нами роли, помочь советами. И сколько раз в неделю вы так встречаетесь? Ну, это по-разному. Можно ходить к нескольким концертмейстерам. А, вот то есть когда... даже, может быть, несколько, да? Да, у нас несколько. В принципе, иногда вот как тот, кто ответственный концертмейстер, он главный. Но вдруг не получается, можно и к другому прийти и попросить. Мне что-то еще не успела что-то закончить. Пожалуйста, помогите. Никогда не отказывают. Но сейчас у нас еще приезжает к нам коуч пианиста Марис Скуя. Да, да. Да. То есть он приезжает, он также, вообще, да? Не отказывает. Да. Он без выходных может работать. Ну, хорошо, очень знаком нашим слушателям благодаря тоже сопрано Юлии Васильевой Семеновой, и она вот с ним и концерты играет, то есть он всегда очень хвалит. Он живет в Вене, да, сейчас? В Граце. А, в Граце. Да, ну, да, в Граце. Почти рядышком, да. Он, да. Главный концертмейстер оперы в Граце. Да, и приезжает. Ну, мы с ним тоже очень много работаем. Балует, да, наших всех солистов, да? Да, да. В следующем году мы, наверное, с ним споем концерт музыки Штрауса. Прекрасно. А есть ли у тебя... Вот, то есть ты до этого работала в Брюссельском оперном театре, сейчас в Рижском. Приглашают ли в другие театры вот исполнять партии? Ну, сейчас пока как-то вот я здесь. Ну, тоже бы... Из-за пандемии тоже как было сложно и путешествовать, и где-то быть услышанным. Да, да. Вот. Но, в принципе, да, моя цель была всю жизнь вот как-то работать в театре, в одном театре, городе, да? Да, знать, что у меня будет в следующем месяце, на следующей неделе, через год. Да. Ты родилась в Симферополе, училась в Москве, затем переехала в Брюссель, встретила там мужа. Как вы переехали в Ригу? У вас здесь какие-то родственники? Почему решили именно сюда? Да, его сестра моего мужа, она переехала сюда раньше, может быть, в 2014 году. Она занималась туризмом. Вот. И нас звала в гости к себе и очень-очень хвалила страну, ей так нравилось. У нее муж бельгиец, он тоже с ней здесь, и ребенок. И вот мы однажды приехали, там это было в 2017 году, и нам так понравилось, что мы решили здесь остаться. К тому же время подходило, чтобы ребенку заниматься профессионально на скрипке. Не так, как в Брюсселе, там это немножко как детский кружок больше. Как факультативы такие, как, да? Как факультатив, да. В нашей семье так надо, если заниматься музыкой, то профессионально, серьезно, со всей отдачей. И совмещать это еще с учебой в школе, там это было сложновато. И здесь все-таки специализированная музыкальная школа Дарзине. Вот, мы решили сюда
вместе с ней приехать, и она поступила учиться здесь на скрипке. Ну, кстати, до сих пор еще существует отдельное направление в Дарзене, где учатся русские дети, русский блок, да, и поэтому моя дочка тоже в этом году пойдет на подготовку. И я, конечно, немножко завидую тебе, да, что ты так выбрала, и можешь, вот выбрала театр, можешь здесь жить и никуда не ездить, и не стремиться, да, то есть мне это сложнее, мне нравится путешествовать, вернее, не путешествовать, а играть в разных городах. Но, тем не менее, ты очень много поездила благодаря конкурсам, и вот, хотела сказать, знаете, друзья, в антракте, в перерыве нашей передачи Татьяна сказала, что у нее 15 премий, и хочу спросить, в скольких же конкурсах тогда было участие? Но вот 15 премий – это сколько раз ты участвовала в конкурсах и эти победы? Насколько трудно завоевать? Хотя, в принципе, если 600 человек поступало в консерваторию и 15, оказаться среди 15, то ты боец. И знаешь, как настроиться на конкурс, чтобы победить. Да, в принципе, да, могу сказать, что я боец. И да, и у меня психика такая крепкая. То есть я так не волнуюсь, мне не нужно пинать на сцену. Это там. Там с удовольствием, Я только с удовольствием. Да. Я там живу, там моя сказка, я просто там счастлива. Твоя стихия. Да, и дома прихожу, и в принципе, моя семья понимает. Я и дома тоже в своей сказке еще продолжаю слушать мои репетиции, исправлять там что-то. Да. Вот, да. И на конкурсах я вот однажды посчитала, сколько премий у меня, а во скольких конкурсах я участвовала, я даже не смогла посчитать. Да. Ну, не так прямо много, потому что не 600. Да, часто я знала, что если я приезжаю, если я прохожу первый тур, значит, я в финале. Да. Ну да, как-то так уже была уверенность, да, что если вот сначала выделили, дальше уже в финале, а если в финале, то будет какая-то премия. Первая, вторая, третья уже не важно. Часто бывает, что на конкурсах находятся агенты. У тебя тоже так было? Ну вот у меня как раз нашелся агент на одном из конкурсов. Это был конкурс Бориса Гмыря в Киеве. Угу. Причем конкурс тот был камерной музыки, не оперной. Вот. И он меня и пригласил в Брюссель и изменил совершенно мою жизнь. Да. Продолжаешь с ним работать или уже сейчас нет необходимости? Нет, потом постепенно, да, мы как-то с ним расстались, потом у меня родился ребенок. И потом оперный театр вот. Необходимости. Да, да, сейчас, в принципе, нет необходимости, да. Вырастешь ребенка, и опять появится необходимость выступать в разных оперных театрах. Ну, кто знает, да? Ну, не знаю, у меня сейчас столько нагрузки здесь, что я, в принципе, даже не успеваю. Я не успеваю разговаривать. Это последний месяц я только пою, а потом дома сижу и молчу, чтобы не переговорить. Я даже думать громко боюсь. Чтобы не устать. Да. Расскажи, чем отличаются оперные театры в Брюсселе и здесь, в Риге? Ну, здесь, в первую очередь, это репертуарный театр. Мы можем спеть за 10 дней 4 разных оперы. Там это театр контрактный. То есть приезжают какая-то группа певцов и поют одну и ту же, репетируют тщательно одну оперу, потом дают, скажем, 10-12 спектаклей и разъезжаются. И очередь идет другой оперы. Угу. Там постоянная только группа оркестра и хора. Угу. То есть солистов в оперном театре нет постоянно? Постоянных солистов нет. Тебе какая ближе система? Вот такая контрактная, когда поставилась одна опера, потом ее забыли? Или все-таки репертуарная, когда даже через 10 лет можно вернуться к удачной постановке? Репертуарная. Мне ближе, всегда, да? Это такая бывшая советская система, которая сохранилась не во всех странах. И, ну, кстати, в Европе тоже многие театры остаются репертуарными. И, кажется, в Милане тоже репертуарный театр. Да? Он и репертуарный, и контрактный. То есть там тоже нет постоянной группы солистов. Нет. Они просто возобновляют, в принципе, сейчас, в последнее время, частенько начали восстанавливать старые спектакли. Может быть, это из-за пандемии тоже. Так можно и сэкономить, и заодно
какие-то, повторить какие-то очень удачные спектакли. Сейчас часто оперный театр – это такое не веяние, а полное не контроль, как же сказать, полная вотчина режиссера. Насколько солисты страдают от этого? Потому что не всегда бывают такие постановки, в которых приятно принимать участие. Есть ли возможность отказываться или все-таки принимаешь то, что есть? Ну, в зависимости от того, чему ты служишь. Угу. Если ты служишь искусству и не приемлешь какого-то совершенно какой-то оборотной стороны, то отказываться надо. А насколько это возможно, например, вот ты ведущая солистка, и тебе не нравится постановка, то, что хотят с тобой там делать. Ты имеешь такую возможность? Или все-таки вот как в договоре прописано, что вот тебе дают Донну Анну, ты должна ее петь? Ну, то, что мне дают Донну Анну, и я должна ее петь, это одно. Если потом режиссер, если он собирается сделать что-то совсем неприличное, это должно быть прописано в контракте. Но, как правило, у нас в театре всегда очень приличные и хорошие постановки, поэтому, слава богу, мне не сталкивалось. Но в европейских театрах, я думаю, что они прописывают, там тоже мне не пришлось участвовать в чем-то особенном, да, от чего хочется закрыть глаза. Но они пишут, я бы отказалась. А как тебе больше нравится участвовать, например, петь в спектакле таком классическом, как написал композитор, ведь фактически в либретто он все прописал, все, что он хотел видеть, и даже цвет костюмов прописан, да, и можно угадать, как это было, или все-таки вот эти современные постановки, которые переносятся в наше время, и иногда даже непонятно, что происходит на сцене? Ну, можно перенести в наше время очень-очень талантливо, и все это будет гармонично выглядеть, и... Вот бывают какие-то не самые удачные. Поэтому есть какая-то мне нравится такая любимая просто, постановка? Мне нравится именно быть в музыке вот, тем, чем я жила всю свою жизнь. Ну да, но сейчас получается, что на певца накладывают требования быть еще и актером на сцене. Гораздо большей степени, чем раньше. Потому что раньше певец мог просто встать посреди сцены и петь. Теперь надо... Ну, я только этому рада. Не только рада. На коленях, нет. Не только, но еще и лежа петь. И лежа, да, если надо будет на голове, спою на голове. Сможешь? Ну, надо будет позаниматься, ко всему готовиться. А занимаешься, да. Это, как говорят, физической культурой, да? Ну, когда зарядка. Постановки, тогда уже, конечно, поменьше, а так я люблю ходить в бассейн и плавать. Там нечто похожее... на йогу, да. Я там могу вот что-то отключиться, отдохнуть. А иногда даже партии повторяю, когда плыву под водой. Мне всегда интересно, что в оперном театре всегда есть суфлер. Где он находится и как он может подсказать? Ведь фактически, если у тебя вылетело, или все-таки помогает это, что он есть? Очень помогает. Ну, именно для репертуарного театра я считаю, что это очень необходимый человек. Потому что ты поешь, четыре оперы подряд, причем все огромные, все главные роли, и там на русском, там на итальянском, опять на итальянском, итальянском в этот раз было так. Да, но если вдруг еще и разные языки, конечно, это важно. Тихонечко, он прямо перед тобой. И он может не говорить, но если ты на него просто посмотришь, это а так. А что значит перед тобой? Это где-то за сценой или он в оркестровой? Он перед нами, перед оркестром. То есть прямо вот так. Его не видно. Там есть такое маленькое возвышение, да? Такое как ракушка. Раньше это была ракушка, да, в советских театрах. У нас иногда это спрятано... того же цвета, как пол, и у него там есть свет, там сидит суфлер и очень помогает, конечно. Если вдруг только глаз бросил, он сразу фразу, и если уже фраза есть, дальше уже как на рельсах. То есть, если на него надо посмотреть, да, чтобы он начал подсказывать, или он все время дублирует? Это зависит от артистов. Некоторым это мешает, некоторые просят постоянно не говорить, некоторые там постоянно, это в зависимости от дня. Вот не знаю, у меня сейчас перед «Аидой», это вот был четвертый, да,
из шести, из марафона шести спектаклей практически подряд. Перед «Аидой» у меня была такая нагрузка, что накануне, там еще вводили новых певцов, в конце, по две репетиции в день, и в конце, в 9 часов вечера, я уже просто, у меня был чистый лист, как чистый лист бумаги в голове, текста. Хотя я эту оперу знаю и уже пела, это уже не премьера. Она уже впетая. Но вдруг в конце репетиции самые простейшие вдруг слова... Музыку всегда помню. Я не помнила. Я так испугалась, расстроилась. Пошла, потом приняла ванну, поспала. Отдохнула и все вспомнила. В принципе, даже я скажу, что мне не пригодилась помощь суфлера на «Аиде» последний раз. Очень много есть анекдотов, да, именно про певцов, как они забывают текст, как в «Евгении Онегине», да, кто эта дама, там надо спеть в «Мали», в «Зелёном» или в каком-то? «Зелёном», когда был «Зелёный берет», в «Зелёном берете», моя сестра, так ты сестрат, не знал я ранее. У тебя бывали такие случаи в оперной практике? Да, но обычно просто подставляешь, ну, или те же самые слова, или повторяешь фразу, или синоним. Оно как-то уже с опытом приходит, как-то само собой. Да, этот анекдот, конечно, очень смешной. Да, не знала, что ты сестра. Это очень интересно. А какое взаимодействие с дирижером? Потому что ведь от дирижера тоже очень много зависит. И насколько он ловит вас, или вы должны под него подстраиваться? Всегда тоже по-разному, в зависимости от дирижера. У нас сейчас в этом году вообще очень много было практики после одной репетиции оркестровой петь с новым приглашенным дирижером. То есть у нас есть какая-то вот впетость уже с нашими дирижерами. И потом приглашают нового, а у него другое видение музыкальное. Другие темпы, да, другие паузы. А это же тоже зависит уже от нашего, даже скорости на сцене, порой действия актерского. Да. Приходилось так смотреть повнимательнее и больше концентрироваться. А все-таки прям смотришь на дирижерскую палочку или знаешь уже, как вступать благодаря работе с концертмейстером? Часто надо именно посмотреть, потому что может быть больше или меньше пауза. Но у нас много мониторов, не обязательно стоять, как истукан, и вот посередине петь. У нас есть несколько экранов совсем сбоку сцены, на балкончиках и наверху тоже. Дирижер все-таки он чуткий чаще, или то есть он может там задержаться на фирмате там на длинной ноте, да, или все-таки вот он у него есть свое видение, он не смотрит на певца. Нет, все-таки у певца слышит, что у певца вот сейчас, да, вот как-то так идет музыкально, идут. Есть прям какие-то любимые дирижеры, которые вот прям вот, ну, совсем хорошо с ними сотрудничалось? Я вообще люблю всех дирижеров, мне так нравится, когда мы уже делаем музыку, у меня уже сразу вот такие уже положительные эмоции. Но наш дирижер «Аиды», вот, он особенный, с ним сульфлёр не нужен. Не нужен, да. Он показывает вообще все. С одной стороны, это Джорджо Моранди. Он, с одной стороны, очень... так крепко держит, то есть шаг вправо, шаг влево, расстрел. То есть ты должен так сделать. И, но с другой стороны, он за тебя очень много просто сделает. Он чувствует, что вот сейчас не надо тебе задерживаться для качества ноты. И он прямо показывает фермату. Так, все, закончила. Прям четко точками. Прекрасно. И проговаривает слова, что я даже вижу по его артикуляции, что мне сейчас надо будет петь. Прекрасно. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня ведущая солистка Латвийского оперного театра Татьяна Треногина. Наша передача подходит к концу. Тань, давай еще раз пригласим на твои спектакли завтра Симон Боконегро и...
Да, дорогие друзья, приходите завтра, Симон Боканегра, в 7 часов 16 июня и еще 19 июня. Да, 16 и 19, да. Латвийский оперный театр. Можно услышать нашу сегодняшнюю замечательную гостью. Да, у нас замечательный состав. И опять приглашенный дирижер, главный дирижер оперы «Касс» в Касселе, Франческо Анджелико. Прекрасно. И я с вами прощаюсь до сентября, каникулы у всех, и у меня в этом году тоже. Всем прекрасного лета и прекрасного настроения. С вами была я, Елена Привалова, и «Культурная среда». Радио «Болткома».